Итак, всем привет, с вами Яха, и вы смотрите пятую часть перепрохождения на Pokemon Ash Gray. В предыдущем выпуске, если, конечно, в предыдущем выпуске я прошел Empty Moon и перешел в Cerulean. К сожалению, мой предыдущий выпуск заблокировали. Да, вот такая вот такое вот неприятное известие. И, к сожалению, вы его можете посмотреть только через ВКонтакте. Да. Итак, в общем, у меня сейчас три покемона. Это Баттерфри 20 левела, который знает вот эти атаки. Пикачу 20 левела. И Пиджот 20 левела. Иду, значит, сюда. Меня сейчас сразу же спрашивает то-то-то-то. Говорит то, что у них украли насос, то, что... я не знаю, кто ты, тут спрашивает. О, у тебя есть карта тренера. Извини, что я к тебе типа вот так придралась, пристала. Вот так вот, да. В общем, мы валим в гим. Сразу валим в гим, банально. Так, выходит, у нас тут Лилия. Дейзи, Лили и еще кто-то. Дейзи спрашивает, что ты тренер покемонов? Хочешь сразиться в гиме? Она говорит, нет, к сожалению, мы не можем. У нас нет нормальных покемонов, которые могут сражаться. У нас есть только Коулин, но мы не можем сражаться им. Прибегать сил и хочет нам дать значок каскад матч. И тут Мисси появляется, орёт, Дейзи, не смей этого делать! Я тренера Cerulean City, я одна из сенсационных сестер. Сенсационные сестры называются. И она говорит, я одна из сенсационных сестер, я четвертая сенсационная сестра. И тут Лили говорит, Лили это походу вот эта вот, которая слева от Дейзи. Сенсационные сестры только три. Дейзи говорит, младшая сестра, мы удивлены то, что появилась. Тут Вайлет это правая, вот это вот. Говорит, ты еще ребенок, чтобы сражаться, мол, так и так. Мол, докажи, что ты хороший, сильный покемон тренер. И Лили говорит, Мисти, в общем, они тут спорят, у них сестерская, мы должны сразиться с Мисти. Мы должны депозитировать Пикачу у нас, потому что он не хочет сражаться, мы его должны отослать в бокс. Даже сейвиться не буду, банально так. Сразись со мной. А вот сейчас начинается вообще. На самом деле, я уже сражался с Мисти в этой игре. Вот я, когда первый раз проходил, я дошел до 4-го гима, там я реально застрял. И вот, как бы это... Вот я вчера тренировал, когда покемонов, я... заходил в этот гейм, и как бы я победил вчера, да. Правда, у меня баттер припал вчера, упал, ну и как, собственно, сегодня. Ну что еще поделать? У меня вчера пиджот упал. Ой, у меня танцовки забивали. Я вчера, кстати, лучше победил, чем сейчас. Сейчас я что-то реально лоханулся. Выбирается команда Ракета, и он говорит, Леди, извини, что помешали. Но это вакуумная машина выключить всего до сюда. И тут Мисси говорит, Эш, быстрее! Я вычту их покемонов, она хилит наших покемонов, мы забираем так Пикачу. На дороге говорит, все водные покемоны будут нашими. Так, Эконса мы сделали. Это вообще был дел 50 секунд буквально. Так, теперь Пикачу. Естественно, Пикачу пришла. Это его новая атака, вполне нормальная, конечно. Блин, давай! Правда, он может? Да. Миссы часто бывают, вот Джеймс говорит. И все, команда Эра подъедает тартарарых. И все, матч прервали, но я... и победил, и она сваливает. Сейчас мы даже пойти. Допустим, мы подойдем к Вайлет. Нет, я все-таки перепутал. Так, меня вручает очок и ТМ-ку 0-3. Да. Сейвимся. Я сейчас поставлю его на паузу. Ушло у нас 4 минуты 45 секунд. Еще успеем выполнить миссии. Другие, которые у нас тут есть. Так, для начала мы совсем поговорим.
Я уже давно играл, честно говоря, я не помню. Да ё-моё, мне пофигу, что ты говоришь. Так, нам они ничего не сказали. Так, типа этот дом ограбили, там это все понятно, все просто. А, вот и домик есть. Я еще играю на ускорение, просто забыл. Так, он нам может сказать про какой-то из значков. Извини, что я играю на ускорение, так что-то закупил. Так, тут у нас мост, но нам нужно не на мост, нам нужно идти в другую сторону совершенно. Блин, понятно. Валим сюда сражаться. Ничего особенного, мы убиваем на 20-20 левел, вообще офигенно, мы быстро срубим. Одна атака и все, и они вообще это полностью делают. Ну, баг-тайп, конечно. У багов обычно статусы не очень такие сильные. Да, ну конечно, я вот теперь реально стал хаки быстро проходить. У меня прям покемоны сейчас реально круто качаются, гораздо быстрее, чем когда я только начинал играть в игры. А, кстати, надеюсь, вы знаете, что завтра у меня стрим будет в 4 часа дня. Ну, по самарскому, по московскому в 3. У меня завтра день рождения, поэтому вот в честь этого, собственно, будет стрим. Да. Ай, завтра мне 13 лет исполняется. Ну, не совсем круглодат, конечно. Но мне кажется, вполне нормально. Ой, ё-моё. Чем я поменял баттерфлай? А-а-а! Пикачу, не смей. Не смей промахиваться. Отлично вообще. Эконс. Ну-ну-ну. Чё ты можешь? Да, Эконс, чё ты можешь? А-а-а! Пикачу, теперь Пикачу еще не может. И это ё-моё. Пикачу, ты какой-то вообще фиговый. Пикачу же сегодня никакой. Недаран мальчик. Не сказать, что физические атаки против яда эффективная, так вот. О, недаран девочка. Не, Пикачу лучший вариант сейчас. Потому что у меня больше сейчас тех много. Не, я в принципе мог спидживот использовать. Я хотел избежать физических атак, чтобы не отравить. Манки? Ой, слушайте, как прям по типу прям повезло. Я спидживот и флайнг, а манки и батл. Тип. Ой. У нее только один покемон. Зачем я Вайл Винс использую? О, господи, блин. А-а-а. Как мне достали эти тренеры. Бесите. А, блин, сейчас пиджота вырубка. Пиджота, держись. О, нормально. Ченси. Баттерфли. Супер Соник. Роганчик. О, ну что ж, я забыл-то. Черт, вырубили. Блин, у меня ситуация ужасная, потому что у меня нет эффективных покемонов. Сам банальный, я знаю, что не сработает, потому что
Не, я все, я уже точно проиграл, потому что у меня... Я реально проиграл уже, потому что у меня, видите, у меня уже... У меня... Я в смятении, да еще у меня дата в конце. О! А вот это уже было вот реально везение. О! Абра. Нет, это ко мне Абра. Зачем мне Абра? Я однажды ловил Абру и качал ее. Ну, не, мне не понравилось. Не понравилось мне Абру качать. Так, себе покемон, хочу сказать. А, я понял, что там дальше будет. Вспомнил я эту серию. Ничего особенного. Там в конце будет битва с тренером, которого реально невозможно победить. У него один сэншру, и он 20-го левела. Его почти нереально победить на самом деле, но не, он достаточно сильный. Он достаточно сильный, мощный, еще такое, но, знаете, это... Я сейчас со своими покемонами, я его могу вырубить, я могу это себе позволить. Беги, спиру 20-ка. Спиру левел 20-ка. Неплохо, неплохо. Ауч. Я перекачал Пиджиот. Хочу сохранить себе перед этим большим лидером. Да ну нафиг, я его вырублю. Все, один баттер, и он просто в ауте. А, это его домик. Ой. Это опять серия тоже одна. Это школа покемонов, я помню, да. Помню эту серию вообще там. Вот мальчик у него. Туман начинается с квадрата, почему-то. Блин, придется туда идти, что уж делать. Сейчас покемонов прокачать. Да, у меня все очень лучше, то надеюсь, у меня все будут 25-й такой вообще нормальный левел, когда я проходил в грин на злоковый, на злочный режим. Я сам себе поставил условия, буду проходить на злок. И там у меня, вот как надеюсь, если вы смотрели мое прохождение, если вы вытерпели мой тогдашний звук, то вы знаете, то что я Церлинский гимн прошел с покемоном 25 левел одним Пикачу. 25 левел Пикачу, и я им банально прошел. Да. В легкую убедил, еще у меня Пикачу потом после этого получил гормон. О, у меня уже Баттерфилд 23, что я его качаю? Я опять что-то на ускорешку перешел. Ой, ну что, пойду. Ну, Пиджи-то я легкую, только сначала вообще Клайнши. Ой, Клайфери. Прикольный.
Вот недавно я стал играть в Pokemon Go, в него все стали играть, и я в него решил поиграть. А, это школа покемонов. Я не помню, может ничего тут должен дать. Так, в общем, что-то мы здесь непонятно читаем. Нет. А, хочешь с нами сразиться, вот. Ой-ё, 20-ка левел, да? Да фигня. Лёгко его убедил. Кьюбана. Ничего нам не сказали, бред какой-то он несёт. А, ладно, я поставлю на паузу, беру здесь и рули. Так, я вошел, вернулся в Терлин, похитил своих покемонов и иду вот в этом направлении где-то. Так, ну для начала я вам хочу показать один тайничок. Я собираюсь выполнить еще один квест, который тайный квест, реально тайный квест. Надеюсь, все помнят Бульбазавра, который был у Эша. Тот, мы Одиша встречаем, он говорит, Одиш, Одиш, он прибегает Бульбазавра и убегает. Это серия про Бульбазавра и спрятанное селение. Ой, извините. О, господи, вот не знаю даже, что это. Так, понял, кажется, что это. Я туплю, проваливаю сюда. Вот, сейвимся. У нас тут Бульбазавр стоит. Это Мелани, она говорит, ох, оу. Типа Мелани. Я живу там в селении, лечу типа покемонов. Иди Бульбазавр помогать мне охранять. И типа... поговорить с Бульбазавром, он типа рассказал мне о тебе. Мы начинаем говорить с Бульбазавром, и тут на, и он с нами начинает сражаться. Так, теперь сейчас самое сложное, мне будет его не победить, а поймать. Так. Бульбазавр вообще-то без понтов, что-то всего 10-й левел, маловато, мне кажется. Ой, забыл. Суперсоник использую, я его... Даже смутение. Идиот пусть. Так, банально поменять покемона пока. Я его парализую. Теперь баттерфли. Я не знаю, как нужно сделать так, чтобы я его не вырубил. Офигеть, я его не вырубил с одной таки падает, и неужели ты такой слабый? А-а-а. У меня 4 пола. Хинка. Вы главе с помощью его чекпоинта. О! Бульбазавр пойман. Так, все, мы поймали Бульбазавр, валим, валим отсюда, валим. М28. Прикольно, у нас 300 гиг. Гиг. Подожди, сейчас глянем, сколько вижу идет. Вот. Выпуск идет 19 минут. Так, я сейчас тогда
еще один квест у меня остался, я его... Я вот на эту серию буду еще один квест выполнить, и все. Сейчас сейвнусь. Ой, у меня ж покемоны не похилены, еще я сейчас похилюсь верну. Так, в общем, я вылезу своих покемонов, сейчас сейвнусь. А, что у нас будет базар держать? Ой, он Эверстоун держит, понятно, чего он не было. Отдам базару, чтобы он не эволил тогда. Потому что я не должен эволить. Так, ставлю базару первым. Сейвуюсь и иду. Чермандер. Андрю тренер. Чермандер, ну Кио тренер. Так, подходим сюда. Он то, что Чермандер слабый, он его бросил. Все, у нас есть Чермандер, по-моему, девочка. Ну ладно. Хир его у нас теперь, блядь, покемонов есть. Ой, Демиан, блядь. Первый бой Бульбазавра. Вырвем мачок, отлично. Бульбазавр сразу на пинске. Отлично так. Деку будем атаковать его. А-а-а, Бульбазавр в ауте. Сам, что он держит? А, он лакеев держит. Он чермандера. Уголь. Он серьезно сильнее нас, вот у него преимущество. Сильнее преимущество по уровню. Чермандер сразу 12. Так, Райхор. Отзывай, вызывай Баттерфлай. Блин. О, Чермандер на 13 уровне уже выучил. Отлично, мы похилимся сейчас. Итак, все просто отлично у нас теперь. 5 покемонов. А, ну, в общем, в этом выпуске мы получили значок второй цены. Вставление, поймали двух, прошли там три миссии, нет, это, по-моему, даже 4, нет, 3, да, 3, и, в общем, поймали Бульбазавра, Чермандера, а у нас остался, и все, в общем-то, и теперь, собственно, вот, раз, и все, в этой серии мы получили сразу двух прикольных, которых, в следующем выпуске, который будет завтра, вам вероятно, скорее всего, пятницу, ну или сегодня вечером. Будет вам все 25-го. Итак, всем удачи, всем новых встреч, увидимся в следующем выпуске.